Вот если немножко разбираетесь по региону, здесь будет сам муниципалитет Искелев, место, которое подходит для проживания на пенсии, и, конечно, как доступные цены на недвижимость. Не планировал монтировать это видео, но потом решил, раз есть у меня видеоматериал, почему не показать. Мы в районе Искеле на Северном Кипре. Это совсем рядом с Фамагустой. Конечно, тема Искеле требует более широкого подхода. Но для того, чтобы вы хоть немного представили, что такое Искеле, это видео должно подойти. Мы посетили с риэлторами пару шоурумов разной направленности – виллу и апартаменты. Как по мне, все выглядело красиво и достойно. Вообще, Искеле понятие скорее собирательное. Под этим термином для нашего брата подразумевается не сам древний городок Искеле, а целый ряд деревень по побережью к северу и к югу от него, где развернуто грандиозное строительство современных вилл и жилых комплексов. Вот посещение нами шоурума на вилле. Здесь у нас вчера мебель завезли, сейчас у нас все тут начинает открываться, срабатывает. И камин тоже в цене. А какие-то деревья вы сюда садите тоже? Да, загрязнение будет. То есть озеленение тоже все. С той стороны, да, добавлено 20 метров. Я просто вас за то, что ограниченное по времени, у вас не по главной дороге. Ну, мебель кухонная, да? Да, конечно, вот это все полностью. Полностью чистовая отделка, бытовая техника, стоимость не входит. Ну, если вы займите быстрое решение, мы обсудим. А уже потом мебель все сам выкупаешь. Давайте на второй этаж поднимемся. То есть по сантехника у нас вверх отделка. У меня же не там паузы, они тоже будут трехэтажные, да? Там паузы, конечно, да. Вот про... Здесь подрощиком еще везде у нас... Регулировано. Да. Пока задача. Ну да, все, раз, конечно. Ну, слушай, комната не... Слышь, свет. Вот в таком состоянии будут сдаваться квартиры в Авентусе. Перегородка, только ограждение, да, между террасами. Только здесь будут еще цветы. И здесь получается... Да. То есть для примера показываю, да, наша вилла. Где сапфир? За сапфиром. Где сапфир? Вот высотки две виллы. Я совершенно никого не агитирую покупать или не покупать недвижимость на Северном Кипре. Но район Искеле – это одно из двух основных мест, другое – это Гирне, Кирения, где массово приобретается недвижимость иностранцами, в том числе гражданами бывшего СССР. Конечно, красивые места, средиземноморский климат, душевная атмосфера – шикарные песчаные пляжи, близость к Фамагусте – это Искеле. Единственное, если кто-то загорится желанием обзавестись своим жильем на Северном Кипре, могу сказать, что буквально весной этого года в законодательство страны были внесены существенные изменения в правила приобретения недвижимости иностранцами, и их нужно знать. На YouTube уже вышло много видеоматериалов на эту тему. Кому интересно, с легкостью можете ознакомиться. Мы пришли с экскурсией в один из больших и успешных жилых комплексов.
Пока мы его с вами осматриваем, вместо фонового шума современного города предлагаю послушать известную кипрскую песню. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами, а мы вас будем угощать красивыми путешествиями.